Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды за Лигу Мастеров 3 звезды я забираю с превеликим удовольствием. У нас, кстати, с тобой $1370. Так, зайдем-ка в магазин, сразу глянем. Ну, пак надо открыть сразу обязательно. Кто там у нас? Острозуб, а я уже думал паукус. Нет, это острозуб. Окей. Так, в предметы. Здесь у нас все ровно. 167 монет уже. Когда-то я успел столько накопить. Конечно же, берем с тобой ДНК на Шредера классику. Так, а по жетонам? А по жетонам у нас кисляк. Ну что же, давай тогда сразу, наверное, пройдем серию испытаний. Потом сразимся с тобой в боях. Ну, естественно, будем искать на кого? На нашу караечку нужные нам элементы. Так, ну-ка се. Погнали. Сейчас мы... Нам бы с тобой подлечить, наверное, нужно, Рафаэля. Как ты думаешь? Я думаю, что надо. Так, давай ракетами бомбанем. Норма. Так, а здесь-то у нас что? Ксивер Монтес, Шреддер и... Короче, вертушка. Здесь понадобится нам вертушечка с тобой. Опа. Так, удар сюда. И давай клинки бросим. Блин, ну на самом деле я хотел успеть подлечить нам, вообще нашу команду. Ну и в том числе, конечно же, Рафаэля. Ладно. И хотелось бы, конечно, посмотреть, где мы сейчас с тобой находимся. Сбросили нас или не сбросили, фиг его знает. Так, сразиться в боях. Это сейчас мы с тобой вот прямо сейчас будем делать. И, естественно, это будет у нас карайка. Караечка, давай, начнем. Так, нам нужно всего 4 знака найти. Надеюсь, у нас быстро это получится. Так, один нашли. Тут же второй. Ага, не тут. Тихо, второй, надо еще два. И последний. Вот он. Так, ребят, прокачиваем до 5-й ступени. Вау. Так, а здесь... так, 8 биноклей. 8 биноклей нам нужно еще найти. Давай попробуем поискать. Пока задание не выполнили, да? Ищем. Но я что-то не вижу, чтобы нам... Ага, выпал. Выпал все-таки бинокль. О, пошли выпадать, но уже задание мы выполнили. Поэтому забираем. Точнее, не забираем, а закрываем. И вот здесь вот забираем все, что нам нужно. Так, ребята, и хотел я сделать следующее, да? Мы с тобой деньги копили для вот этого. Да. 368 телепортов. Это круто, на самом деле. Теперь остается поднять уровень персонажа. Сколько у нас мутагена? 25 тысяч. Это маловато для того, чтобы прокачать стиранку. Хотя, почему хватает, ребята? Yeah. 88 уровень. Я очень рад. Я доволен. Просто как удав этому всему делу. Здесь мы с тобой забираем остатки роскоши. И дальше идем. Ёлки-палки, тут еще можно набомбить, кстати, телепортов. Этим я уже займусь за кадром. Так, турнирная аренка. Ребята, ох, ёлки-палки, меня на целый ранг сбросили, ребята. На целый ранг, ты понимаешь? Так что, я, понимаешь, я этого не потерплю. Я этого не потерплю, поэтому, естественно, в бой, друзья мои, в бой. Атаковать, наказывать. Интересно, кто быстрее, мы будем ходить или Майки? Мы. Супер Шреддер даже по инициативе, ребята, переплевывает Майки. Ну, правда, тут он 79 уровня. Фух, от постепенки он отдуплился еще к тому же. И Армагоша завершает свое бравое дело. Ну что же, я очень этому рад, ребята. И мы с вами двигаемся далее. Так, сейчас нам нужно вернуться, во-первых, в Лигу Мастеров 3 звезды. Что мы с тобой превосходно делаем. И, как ты понимаешь, я должен забраться в топовое место. Так, Бенджамин. Давай возьмем с собой Бенджамина. Хотя можно было бы там и Ваньку подобрать. Но Ванька написал бы по-русски, что он Ванька. Я бы его взял. А так он написал по-английски. Поэтому я его не заметил. Чё сказал? Ну ты понял. Погнали. Так, Армагоша, давай не подводи меня. Хотя я в нем уверен на 100%. Отлично, минус один. И вертушку делает Лео. Чпок и готово. Шикарно.
Так, ну что, ребята, где-то 85-я, да? Может быть, даже 80-я позиция у нас сейчас будет. Посмотрим. 84-я, окей. То есть, прикидываем, да, уже в голове, что нам нужно с тобой сделать 8 боев. Это в лучшем случае. В худшем 9-10. Все зависит от того, сколько у нас будет потерь, если они вообще будут. И как будут хорошо нам давать кубки. То есть, по максималке или по среднячку. Так, Армагон, ты что-то там где-то загулялся. Сам последний пришел на битву. Влупляем. Так, Усаги. Давай сделаем так. Замечательно. Куда мы перемещаемся с тобой? 73-я позиция. Я думал, что немножко будет другая. Ну, ладно, фиг с ним. Погнали. Так, берем опять Армагона. Берем с тобой Супер Шреддера. Раз, два, три. Окей. Бежим. Так, значит, естественно, шипы. Прикольно. И валуном, да, ребята, естественно, всех добиваем. И это круто на самом деле. Сегодня надо мне обязательно попасть в топовое место, потому что сегодня суббота, друзья мои. Остается буквально 2 дня, а я еще и буду работать. У меня когда получается? Суббота, воскресенье. В воскресенье я пойду в ночь работать. В ночь. Значит, понедельник у нас тоже в ночь, да, выходит. Блин, буст получается. Нет, мы попробуем с тобой бустануть днем. Но видосик будет выложен уже на следующий день, потому что я не успею его. В общем, определимся там, как у нас получится. Я думаю, что все будет хорошо, и буст у нас с тобой произойдет. Так, давай-ка валунчик бомбанем. Шикарненько. Так, сегодня у нас еще будет событие. Черепашки там какие-то. Я так понимаю, это 3 волны с черепашками, да? По-моему, так. Ну что, 51-я? А, ну да, 51-я, я думаю, 52-я там. Идем с тобой отлично просто написать. Тинт. Там был Тимур, тут Тинт. Давай опять возьмем Супер Шреддера с тобой. И раз, два, три. Как ты понимаешь, мы специально с тобой отыгрываем маленьких, да? Слабеньких персонажей. Чтобы нам побольше хватило имбы. Хотя там от имбы одно название, ребят. Так, валунчиком. Кто-то говорил, что Армагон сильнее тем, что он, ребята, вешает постепенный урон. Да, он вешает постепенный урон, но это не факт то, что этот постепенный урон будет убивать наших противников. Понимаешь? И к тому же постепенный урон он не на всех вешает. И не всегда. То есть есть промашки. Ну, это я разговор к тому, что кто-то мне там в комментариях утверждал, что Супер Шреддер сильнее, чем Армагон. И, как тебе сказать, акцент он делал именно на урон Супер Шреддера плюс постепенку, то, что он вешает. Типа как у Саги, да, у нас делает. Но опять же тебе говорю, что у него это все по рандому, а у Армагона у него чистый урон. То есть вот сколько он нанес, он столько и нанес, ребят. Как бы тут уже все видно. А тут вот сиди гадай, упадет он или не упадет от этого постепенного урона. Конечно, хорошо было бы, если бы он пол хп отнимал бы от своей постепенки. Тут бы тогда разговора бы не было. Но ведь она же отнимает тоже рандомно всегда. И опять же тебе скажу, что рандомно она навешивается. Он может, например, с одного удара, всего лишь одного, заразить постепенкой, и все. А остальные будут себя спокойно чувствовать. Так что, ребятушки, не надо вот как бы утверждать, что все-таки Супер Шреддер. То, что он вам нравится, я не спорю, ребята, он и мне нравится. Но то, что он сильнее Армагона, вот здесь вот я бы поспорил. Я еще говорю, я вот кроликов, когда получим, прокачаем, я хочу просто посмотреть и сравнить, насколько это будет крутая имба. И будет ли это вообще имба.
Так, ну что, пока у нас тут все хорошо получается. Усаги плюс Армагон, все прекрасно знают, что это топ. Хотя, мне кажется, что и Супер Шреддер с Армагоном тоже топ. А если нам, например, взять с тобой, знаешь что? У меня сейчас идея созрела одна. Смотри внимательно, что я хочу сейчас сделать. Я возьму Супер Шреддера и Усаги. Вот так вот. И вместе с ними пойдут, ну, вот эти вот слабачки. Смогут ли они? Ну, в принципе, ребят, должны. Потому что все-таки Супер Шреддер не кислый урон наносит, да? Так, а здесь Усаги. Ну, понятно, у него инициатива круче. Поэтому он первым ходит. Так, а теперь смотрим, ребята, сможет ли он. Ну да, в принципе, тоже без проблем. Интересно, а у кого больше урона получается? У Супер Шреддера или все-таки у Усаги? Мне кажется, что Супер Шреддер бомбит все-таки посильнее, чем Усаги. Мне вот почему-то так показалось. Могу, конечно, ошибаться. Ну что, друзья мои, Педро. Возьмем с тобой Педро. Так, нет. Давай возьмем с тобой Супер Шреддера теперь и Леонардо. Два врага в одной лодке. Это, конечно, круто смотрится. Так, ну, самые-самые враги, да, противостояние — это Супер Шреддер и Сплинтер. Так, ну-ка. Да, Супер Шреддер. Видишь? Вот, смотри. Вот здесь, например, постепенного урона не повесил он. Вот и все. Ну что, как ты понимаешь, да, мы с тобой вернулись в топовое место. То есть мы на первом месте с тобой остаемся. И, надеюсь, мы так с тобой и недельку закончим. Ну что, теперь нам нужно сделать следующее. Идти в испытание. И вот сюда вот, платиновые. Смотрим. Так, раз, да, ага. Против 70-х. Хорошо, здесь-то мы, может быть, с тобой сможем еще разрулить ситуацию. А что дальше? А дальше будет видно. Так, сердце... давай сердцебиение, наверное, с тобой активируем сразу же, вот прям с лету. Как говорится, на заранее. Так, и поехали на разборку. Упс. Тут, наверное, лучше всего нам сделать броню. Точнее, защиту, скажем так. Так, я думал, минус о нем, нет. Переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас черепашки фильм. Ну, здесь можно, наверное, вот так вот сделать. Так, допустим. Добьешь? Не добил. А, ну, конечно же, Майки, со своим хилом. А мы сделаем с тобой баф. Вот так вот. И запустим волну. Прекрасно, ребята. И Ванюш, наверное, расстреляет их всех. Изи. Ну вот, вот они, архаровцы. Так, здесь, естественно, ребят, сразу вырубаем с тобой Супер Шреддера. Тьф, воу, воу. Парнишка, у нас Супер Шреддер сегодня в ударе. Просто взял тьф, и смел практически всех черепах своей одной ультой. Классно, здесь мы прошли с тобой довольно хорошо, безболезненно. А вот здесь уже будет напряженка, ребята. 80 уровень, 80. Я думаю, все-таки мы пройдем, наверное, все три испытания этих. Ну, хотелось бы, на самом деле, их пройти все три. А там посмотрим. Так, ну, как видим, он промахивается. Уложили одного баньки. Так, сразу сделаем с тобой баф. Великолепный, да? Ай-яй-яй, это зря ты, парень, делаешь. Блин, хотя, ребят, смотрите, что он сделал. Он нам понизил с тобой атаку. И это, на самом деле, не из гуд. Так, знаешь, что нам нужно с тобой сделать? Вот что. Иначе мы так далеко не уйдем. Пускай у нас с тобой будет висеть хил. И надо будет Рокзара, скорее всего, набрать в провокацию. Так, тут у нас ролевики. Ага, защиточка. Шикандосик. Поехали. Так, у нас вот этот Майки, он что делает? Да-да, он снимает все дебафы. Упс, пардончи. Так, убираем теперь этого Донателло. Так, и Майки. Шикарно. Ух ты. Что это такое сейчас было? Он метнул в меня свой щит. Это его, видимо, супер удар.
Так, это последний, да? Здесь, значит, можно выпустить и маузеров погулять. Славенько, как-то гранатку и снимем туда. А вот кто у меня есть. Ну, естественно, палочка-выручалочка в виде супер-шреддера. Идеально. Ну что, я думаю, есть смысл пойти тогда еще на одно испытание, на последнее. Там уже, конечно же, будет 90 уровень. То есть это вообще будет за гранью предела. Тут еще к тому же, ребята, оригиналы. Ё-моё. Но, тем не менее, я хочу попробовать все-таки. Естественно, у них у всех почему-то сразу офигенная инициатива. Контр-удар вешает. Так, секундочку. Я, наверное, все-таки вот так для начала сделаю. Да-да-да, именно хил. Так, теперь защита нам нужна. Так, попробуем вначале вырубить. Угу. Что, у него там тоже контратака? Мне просто не видно. Ага. Давай защиту ставить срочно. Блин, если я выпущу сейчас волну, у всех висит, да? Тогда придется по одному бомбить. Ну-ка. Я что-то не могу понять. У нас хил-то. Да хил вроде бы висит. Хил вроде бы висит. Мы вообще захилимся хоть с тобой? Что-то не пойму я. А, ну отхилимся, да. Потому что я смотрю, уже здоровье практически все полностью восстановили. Так, давай. Контратака у него закончилась. Это у нас кто здесь? Классика, да? Классика жанра. Ну что, сделаем с тобой баф великолепный. Плюс выпускаем маузеров. Так, подожди, Ваня, давай. Изи. Так, ну ты тут хоть затанцуйся, мне уже плевать на твои танцы здесь. Потому что Донни минусуется. Ну и, соответственно, ты следом. Так, ребята, а у нас оригиналы сейчас, ё-моё. С ними шутить не стоит, поэтому начинаем с самого-самого жесткого. Хоба. Ядрить, макарить, что мы с тобой тут сделали? Да добивка и все. Прекрасно. Мне нравится такой расклад. Обожаю, когда на 3 звездочки, да? Когда ни одного бойца не потеряли. Вот что значит мастерство нашей команды. То есть ты понимаешь, да? Теперь мы можем с тобой фармить. Но меня интересует другое. Что у нас? У нас на сплинтере, по-моему, только черепашки будут, ребята, если я не ошибаюсь. Ну, нет смысла мне. Так, погоди-ка, а тут я что? Тут я не осилил или. Погоди, а что у нас тут за проблема-то была? Фу, погоди. А что это я не допрыгнул? У меня что, закончился этот, что ли? Сыр? Почему здесь не допройдено, я не пойму. Так, надо допройти. Это что за фокус это? Что-то не понял я. Поехали. А, ё-моё, ребят, ну ой. Ну что значит, да? Прийти с работы, не поспать. Нам и не надо идти с тобой дальше. Там... Мы с тобой дошли до определенного этапа, где мы могли кого-то фармить. И все, а дальше нет смысла было идти. А я что-то... Да. Это же надо было так сглупить. Блин, потратил сыр еще к тому же. Лучше бы я сейчас искал бы элементы. Ай-яй-яй. Непростительная ошибка, конечно. Да, вот так вот, ребята, бывает порой, да? Затупил. Посмотрел по старой памяти и удивился, а почему, а что, зачем, не разобравшись, полетел в бой. И вдруг меня осенило, когда уже началась битва. Да. Ладно, ребят. Все равно нам пока с тобой нечем заняться. Ну, пройдем этот этап, фиг с ним. Лишний раз, как говорится, самоутвердимся, что, да, все нам с тобой по плечу. Так, давай-ка мы защиту, наверное, поставим. Все-таки она здесь нам пригодится. И... Нет, не вырубили, а со второго... Да, гасанули.
Так, это ты зря на Рафаэля-то бочку катишь, парень. Рафаэль этого не прощает. Так, и теперь остается Рокстеди. Крепкий малый, айзи так. Давай второй удар. Готов. Ну что же у нас тут? Есть какая-нибудь супер... Нету, да? С удара. А мух можно тоже с удара? Муха крепкая. Мухи навозные всегда крепкие, ребят. Давай мы ее загасим. Так, здесь можно, наверное, с помощью апперкота прикольнуться. Тыдыч. Нифига себе прикольнуться. Чуть не ушатал этого Шредера. Так, ну-ка в ответку ему. Молодец. Добивка. И здесь, естественно, располосовали мы тигра. Все, ребята, мы прошли. Мы прошли. И теперь... Да у нас, по-моему, сыра очень мало осталось, так что нет смысла выпендриваться здесь. Тигриный коготь. Да, я почему... Хотя, подожди. Нам нужен вот этот носорог. Да? А здесь... А здесь нам вот кто. Так, ребята, 4 попытки, поехали. Еее. С первой, ребята, с первой попытки вытянул, ты прикинь. Так, а здесь... Блин, ну здесь нам нужен либо-либо, да? Твою налево. Нет, давай мы, наверное, все-таки не будем рисковать. Будем вот здесь с тобой вытягивать. Ай-яй-яй. Да что-то, какая настольная игра. Блин, 4 доллара. Все, что ли? Да, ребят, все. Все закончилось у меня. Жаль. Но зато 3 кожеголовых вытянули. С лету. Так, вроде бы и все. Ну что, дорогие друзья, будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.